Все уже здесь, мы ждали только тебя. Отплываем? Поднимаем якоря. Теперь мы знаем, где его величество Имгир Варемрейс. Он решил завоевать Скеллиге? Он же знает, там мои друзья. Он хочет подарить острова тебе. Вместе с Цинтрой и остальной Империей. Ты думаешь? Императору придется помочь нам в бою с охотой. И мы нашли Фрингилью Вигу. Давайте уже быстрее искать этот солнечный камень. Похоже, на Скеллиге у нас набирается куча дел. Нам нужна Фрингилья Виго. Вы можете телепортировать меня на корабль Имгира? Исключено. Он экранирован сильнее, чем императорская почивальня. Можно попробовать пробиться туда силой. Фрингилья нам нужна невредимой. Они знают, что мы здесь? Чародеи Имгира? Безусловно. Если о Фрингилии уже договорились, почему он не вышлет нам ее в какой-нибудь лодочке? Они не договорились. Император обещал безопасность ложе, но... С Фрингилией все сложнее. Она его подданная, и на ней по-прежнему висит смертный приговор за измену. Когда мы наконец придумаем, как перебросить тебя на флагман, ты сам узнаешь, в чем дело. Я сам проберусь на корабль Императора. Вплавь? С мечами на спине? Да стражники подстрелят тебя, прежде чем ты успеешь произнести белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Не паникуй, он что-нибудь придумает. Попробуй подплыть ночью, у тебя будет больше шансов. А когда поднимешься на борт, покажи императору это письмо. Надо напомнить ему, что он обещал и что получит взамен. Пока мы даже не знаем, что это за солнечный камень. Его создали, чтобы эльфы холмов могли призвать корабли Аэнейли. Теперь это символ упущенного шанса на объединение двух народов. Так никто из вас не знает истории о Гелване и Дириан с белых кораблей? Расскажешь? Обожаю эльфские легенды. Гелван был знающим из народа Ольф. Он влюбился в эльфку из Айнсиды, но Дилиан отвергла его любовь. Геральт, наверное, пошутил. Ничего не случится, если вы узнаете эту историю. В день отплытия белых кораблей Гелван подарил ей солнечный камень. Он думал, со временем сердце Дилиан смягчится.
Он велел ей использовать камень, когда она начнет по нему тосковать. Тогда он вернулся бы к ней даже из другого мира. Звучит хорошо. Будем надеяться, нам этот камень пригодится больше, чем той эльфке. Меня больше интересует, сможем ли мы использовать солнечный камень. Вы? Нет. Я, разумеется. С небольшой помощью чародеек. Часть которых уже блюет под палубой, а других мы не можем найти. Откуда известно, что камень на Скеллиге? Из легенд. Эльфский. Он хранится там, где столетия назад причаливали белые корабли. То есть на любом из островов. Прекрасно. Я поговорю с Машауром. Ты знаешь, где он? Я поспрашиваю в порту. Там сейчас стоят дракары Краха. Я пошел. Удачи. Прибить всю эту чертовщину. Для друзей. Волк, ты видел? Черные псы решили нас запугать своими посудинами. Да видел, видел. Где Машаур? У Лугаса. Анкрайт на троне по-прежнему мешает ему, как заноза в заднице. А теперь, едва он черных увидел, у него особенно засвербило. Вот друид и поехал к этому пустоголовому. Попробует его урезонить. Пожалуй, я присоединюсь к Машауру. Мне с ним надо поговорить. Ну иди. А как увидишь этого дурня Лугаса, скажи ему... А, ничего не говори. Друид сам разберется. Прощай. Ой, они так от нас драпанут. Твой топор никогда не затупится. Мое почтение, ведьмак. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки. Чего еще хочешь? Мое почтение, ведьмак. Я не встану на колени перед Крайтом. Никогда, понимаешь? Лучше брататься с черными. Да я с призраками из Морхюга лучше побратаюсь, чем позволю Краху править Скеллиге. А что твои люди? Они пойдут за тобой, когда все ярлы назовут тебя предателем. Ты на моей земле, друид. Попридержи язык. Хочешь, чтобы нильфгаардцы тебя на трон посадили? Это ты лаешь, прежде чем укусить? Крах прислал тебя по мою голову? Ну так попробуй ее забрать. Взять их! Пойдем, здесь нельзя оставаться. Наш шторм!
Пойдем. 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 Здесь нельзя. Пойдем. 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 Уве, ну хватит уже. Погодите, погодите. Вот это и правда смешно. Да, Геральт. Как видно, ни одна заварушка на Скеллиге не может обойтись без твоего участия. Вовсе нет. Я довольно много пропустил. Дитя Краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжег маленькую гражданскую войну. С давних пор корону Скеллиге добывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами. Однако резня во время пира в Каэртрольде была совсем другим делом. Ее итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиге нового владыку. Стало быть, клан Друмонд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, Крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лугасом. Сговориться? Только Крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лугаса много изменит. Его двоюродный брат, который станет ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнется и быстро закончится. Но зачем ты вернулся на Скеллиге? Ты знаешь что-нибудь о Солнечном Камне? Если верить легендам, он где-то на Скеллиге. Сперва маска Урабороса, теперь Солнечный Камень. Чудовища могут спать спокойно, раз ты стал искателем сокровищ. Я эльфами, а Эн Сиды никогда не интересовался. Но есть один скальд, Эйвинд. Он, вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалине. Где его найти? Сегодня? В Оренбьорне, без сомнения. Еще порасспроси ловцов жемчуга, Матиоса Рыбьи Жабры и Эрлинга. Последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Спасибо за помощь. Вот еще что, Геральт. Предки Матиаса и Эрлинга еще 100 лет назад там бы все растащили, если бы не магические барьеры. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? В этот раз даже нескольких. Да хранят нас боги. Знаю я таких, как ты. Ты не уважаешь наших обычаев. Ты и эта ведьма Йеннифер. Черт! И откуда ты такой взялся, нас? Не сейчас. Высматриваешь Нильфгаардский флот? Флот?
А, да. Что-то там говорили, но у меня есть дела поважнее. По моим расчетам выходит, что именно сегодня легендарный белый кит Геворг пройдет у берегов Скеллиги. Я ждал этого всю жизнь. Давай высматривать его вместе, а ты заодно расскажешь, что знаешь про эльфские руины на Скеллиге. Есть какая-то пещера, до которой никому не удавалось добраться. И хорошо, что не удавалось. Иначе ее давно бы уже разграбили, как и все остальные. Эйвент! Да? Я хотел тебя уверить, что собираюсь осматривать пещеру исключительно в научных целях. Научных? Я собираю материал для приключенческого романа. Хочешь написать о прибытии белых кораблей? Прекрасная мысль. Ты мог бы использовать мой перевод песни о Гелване и Диллиан. С большим удовольствием. Так где эта пещера? К востоку от Каэртрольда. До нее можно добраться только со стороны моря. Бывай. И удачи тебе с белым китом. Он появится сегодня. Обязательно появится. Приблуда. Эй, взгляните сюда! Никогда не забуду, лучше выяснить это сейчас, чем потом все.